что делать? И вставляю в твои слоты, там два у тебя слота осталось, вставляй. А что снайперка делает? Снайперка на тройку нажимаешь, стреляешь, она с одного раза, по идее, убивает. Ну, 90% жизни снимает. А как вернуть? И она у тебя сразу исчезает с одного выстрела, потом ждешь, пока она снова появится. Короче, один выстрел и все, и ждешь снова. Как гранат, короче. Нельзя постоянно с ним бегать, да? Мочись. Кинкерить не получится. Так, мы за повстанца, да? Сам. Ты работает. Убил? Да. Вот. Атакуют, атакуют со всех сторон. Ну, крипор. Я еще кого-то убил. Гранат. Брали, там опасно. Вот этот Гори какой-то хорошо играет, урод. Я какую-то хрень взял, один чарч чуть-чуть такой. Это двоечки у тебя улучшены, когда урон становится. У тебя телек дофига. Ничего не понял. Ну ладно. Ну, под цифрой 2 там у тебя предмет, он у тебя увеличился по количеству просто. А-а-а. Защита у меня тут, да? Нет. А что он? Улучшение, улучшение урона. Бля, я все время думал, что я белый. Нет, ну, ты повстанец. За белых играем, блядь, я засираю. И у меня паника. Белых тоже херачит. Чё у меня это? А, увеличенный урон типа? Да, да, да. А, отлично, я его просто так пробил. Да он у тебя еще есть. Еще меня убили. Ой, 0-3 у меня вообще еще. Угу. Прикольно, я убил. Со снайперки издалека. А я прикольно не убил. О, захватили, нормально, нормально. Еще несмотря меня убить. На то, что я хреново играю, мы захватываем тут что-то. Пошел ты нахрен! Ай, больно, больно, меня зажали. Очень больно. А что надо делать, чтобы Дартом Вейдером быть? Захват, поднять такую штуку, как... Ну, короче, поднять предмет, такие капсулы. Ну, ты понял, вот эти прозрачные синие штуки. Набираешь и все. Ну ладно. Так же и летать, слетаешь тоже так. Все через вот эти подобранные вещи. Что-то тут защита бы нам не помешала у этой капсулы. Что у меня творится? Это жопа творится. Ну, сзади. Сверху. А почему я не с одного выстрела убил со снайперки? Ну ты, видимо, 95 там где-то снял ему. Как повезет. Охренеть, что значит как повезет? Ну это не 100% убийство с одного раза, Лёк. Можно и 90 отнять. Отвоевал. Хорош. Почти просрали эту точку. Ты на последней секунде все делал. Уроды какие-то летают. Блять, это как снайперы, меня убили со снайперки. Я, видимо, прикрыл тебя. Вообще жесть, нас окружили в кольцо. 1-6. Какое, банальное? Да. Ну там не кольцо, там отверстие, Санёк. Но не суть. Блять. Ох, ну ты, чёрт тебе, за ногу. Я не понял, чё ты не уходишь, блять? Санёк, учёба была, ты забыл? Ну, ток выходные начали. Здорово, конечно, у меня тоже. Ну вот. Ну и чё, я же выходил. А я где-то 8 вообще домой пришёл, бывало и такое. А на меня граната действует? Моя же. Да, я не думаю. Захватываю. Yes, воевал. Хорош, ты бегом это сделал? Я думал... Вокруг. А можно и так делать? Да. Я вокруг неё бегал. Нет. Да. Бля, да сколько их тут было?
какая-то жопа, мне не нравится эта капсула. Мне не нравится вообще. Это дерьмо. И перехватили снова. Ёлка, кажется. Убил со снайпер. Я вот убил. Ну, гранат хоть кого-то убил, уже хорошо. Я прикрыл тебя. Меня кто-то убил со снайпер. Тебя сзади херачит, да? Блин, потеряли точку, два шуш-шушу. Ух ты ж. Капец. Блин, нельзя бластер поменять? Что за хрень? Хотя бы какая разница? Блять, я убил его, и он меня убил. А у меня турель. А у меня турель. Забудь поставить. Хороший. Она за спину стреляет. Вряд ли. О, орбитальную атаку кто-то сделал, красавчик. Блять, промахнулся снайпер. Так, это бывает. 100 турель хуярит. О, терминал. Им... Опять эта граната крутая. Блин, как отпустить эту турель? А, зажать ее. Мы идем. 4, нормально. Надо в точку поставить, чтобы стоял ровно. Блять. Сейчас они будут захватывать, короче, эту точку. И я такой кидаю вот эти гранаты. Я думаю, я снайпер стоит. Они не хотят воевать. В прыжке меня убрал. Вот он, этот корень какой-то такой крутой, я в шоке просто. Да, он меня тоже убил. У него 18 киллов, он уже задрот. Да, мы выиграли. Он меня в прыжке так снес. Мы забрали точку. Блять, почти убил снайпер. Что ж ты не сдох? А, сзади меня убили. Опять и горе этот. Я не успел захватить крутую вещь. А, не успел, у меня орбитальная атака. На этот раз ты не пропустишь эту вещь. Я тут. Еще что ли? Я успел поставить, посмотри. Не знаю, вот этот рыбу будет сейчас. Вот это я сожрал одного. Нет, я не успел. Сзади, сзади, Санёк, сзади. Отлично, убрал. Больно. Куда бы выстрелить, а, с орбитальной штуки? Где вы все тут шляетесь? Там все шляется. Мы захватили, походу, точку. Они уже не отвоюют. Все, я поставил, смотри. Да. О, да. Убрал, лучи. А, это красные лучи? Да, зелененькие они были, как красные. Ну, красные. И Армед на предпоследнем месте. Гамма. Гори. Гори вообще жесткий вариант. Но мы все равно выиграли. Можно, в принципе, зайти уже в другой режим. Там, где уже посерьезнее, там, где уже насилуют тебя за повстанцев, когда ты играешь. Давай. Дарт Вейдер там тебя херачит в жопу.